А мы приехали за клубничкой. Взяли такую деревянную чашку большую. Будем набирать полную. Надержи. Мы сюда приезжали, кто помнит, в прошлом году. Сегодня народу много. Красивую клубничку, не гнилую. Маргарита ездила вчера, собирала немножко. Мы решили сегодня еще поехать. Солнышко не сильно хорошо печет. Так, все, мы уже начинаем клубничку собирать. Нашла? Смотри, веточки поднимаешь. Ой. И вон сколько здесь, смотри. Пующий. Они куда уже убежали, до самого конца. В общем, это наша линия. Нам нужно только по вот этой линии собирать. В общем, мы одну чашечку соберем и пойдем. Сейчас самые такие найдем красивые. Такая, это зелененькая. Сколько у нас выйдет, потом скажу. До конца лучше нужно было оттуда начинать. Там такая крупная клубника. Обалденная просто. Ну, постирается, на кофточку испачкала, переживает. У тебя еще одна есть. 2 килограмма клубнички. Фанту 20 франков. 20 франков килограмм. 2 килограмма клубники. Все, поехали. Такая тогда вот жарко было. Красота. Так, сейчас мы будем завтракать. Потом нам нужно еще за продуктами. Поехать. Фили. Я у него столько клещей нашла. Вытащила у него с головы, наверное, где-то штук 20-30. Маленьких-маленьких. Больше вот спустя столько дней он еще не ходил гулять, да, Булька? Не будешь ты гулять, ты клещей приносишь. Потом Бонька тоже перепрыгнут на меня, да? Бонечка. Вот, не видели тебя давно. Спрашивают, где Боня наша? Здесь Боня. Вот она, наша Боня. Наконец-то ко мне пришла посылка. Сейчас будем распаковывать. На просторах интернета мне очень часто попадалась эта штука. Мне захотелось ее приобрести и тоже протестировать. Вот. Это такой порошок, пятновыводитель Easy Clean. Очень много отзывов о нем хороших. Действует он только в горячей воде. Также он без хлора, не вызывает аллергию и для детских вещей. Сходили мы за клубничкой, видите, пятна Каролина оставила, тем более на белой кофточке. Пятна от ягод отстирываются очень сложно, поэтому мы тоже эту кофточку застираем. Кстати, этим порошком можно отстирывать не только одежду, можно также чистить кухонную утварь, посуду, ну и так далее. И еще я хочу замочить кухонные полотенца, видите, они какие-то уже все в пятнах, желтые. Посмотрим, как справиться. Вечная проблема, как их отстирать, вот эти вот все пятна. Простым порошком ничего не отстирывается, мы будем замачивать. Наливаем кипяток, 80-100 градусов, чтобы было. Оказывается, есть мерная ложечка, супер. И сейчас должна пойти реакция. Нужно по мере загрязнения количество ложек увеличивается. Видите, белая пена пошла. По-моему, она сразу отстирывает. Давайте закинем носочек наш. Еще один. Я вижу, что уже вода грязная. Вот так вот. Что стало с носочком? Какой он был? И вот после. Белый носочек. Вот тоже. Белый. Все отстиралось. Полотенечко чистое. Ни одного пятнышка нет. Кстати, кофточка тоже отстиралась. Видите, ни одного пятна нет. Здесь была клубника. Я еще решила попробовать отмыть
вытяжку, решетку от вытяжки. В общем, обычно я ее мою в посудомоечной машинке, но она так хорошо ее не смывает. Эти вот все сеточки, они все равно забиты жиром. Так, засыпаем сверху. Берем горячую воду, только закипела. Сразу пена грязная пошла. Вот вся грязь. Вот так вот. Сейчас посмотрим. Видите, вот вся вот эта грязь, она пошла наверх. Как булькает. Также, кстати, вот эти вот столовые приборы тоже можно почистить. Сейчас посмотрим. Пока я вилкой мешала, вилка даже вон почистилась. Сейчас мы ее промоем. Все дырочки чистые. И пара очистителем пробовала, и в машинке посудомоечной, но она так никогда не очищала. Я, конечно, в шоке. Идеально. Как новая решетка. Вот. И от себя хочу оставить отзыв. Действительно, очень хороший порошок. Чистит просто идеально. Кому интересно, где я заказывала отбеливающий порошок Easy Clean, то ссылочку я оставлю в описании под видео. Бонни, купаться. Все, она уже не подойдет к тебе. Бонни, ко мне. Бонни. Иди сюда. Мячик. Сколько градусов? 30. Сам уйдет. Пойдем купаться. Немножко охладиться. Давай, греби. Сильно не отпускай. Не отпускай. Ну не греби, давай. Все мокрое. Да, немножко Бонни поплавала. Я тоже хочу купаться. Ксюш, давай купаться сегодня. Сегодня? Почему? Жарко? Давай. Так, все, детвора плескается. Круто? Да. Тепло? Давай ныряй. Только тихонечко. Ныряй? Сейчас он нырять будет. Опа! А в футболке-то зачем купаешься? Ай, поплавок плывет. Ты опять с распущенными, Каролин, тебе неудобно будет. Вот, давай. Давайте, кто дольше продержится под водой. Давайте, раз, вдыхаем, раз, два, три. Нет. Каролина меня обрызгала. Все, Макс проиграл, ты выиграла. Макс не может. Я тоже еще могу. Смотри. Опа. Давайте под водой буду снимать. Сегодня на завтрак, на обед и на ужин клубника будет. Ксюня идет купаться! Ура! Не надо туда, Бонни, там волосы будут плавать. Я ее уже и сегодня... Сегодня ее поплескали, потом волосы собирала. Или вот сюда на лодочку. На лодочку она поплывет сейчас. Вот так! Молодец! На буксире! Ой, хороший ты! Оплю! Выпрыгнула. Бабушка, может, тоже будет купаться? Купаться давай. Она туда не пролезешь. Не сможешь ногу закинуть. Ногу не закинет. А ты сразу так ныряй туда, вот так, и все. Да, и все. Только потом, как вылезти оттуда, потом проблема будет. Давай, ныряй. Ну все, Ксюша, ты сейчас все. Лео. Сейчас половина бассейна не будет. Круто.
Это называется Ксюша пришла купаться. Ксения, только тихо. Каролина, не кричи. Ксюша там наяривает. Устраивает море в бассейне. Уже полбассейна нет почти. Мы сегодня его только набирали, добирали. Сейчас выплескает все. Пошли на стадион возле школы. Да куда ты в роликах? Ты же потом не вылезешь. А? Пришли поиграть в футбол, потренироваться. У Макса завтра игра, турнир, поэтому он там с папой тренируется. А мы тут с Каролиной. Что ты хочешь? Пиу, 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 пиу. Весело. Такая классная штука, когда крутишь кольцо, бежит водичка. И она стекает по вот этим вот деревянным штукам вниз. И туда-туда, вон до туда. Ух! Это так сильно. Один раз, когда первый раз сделали эту площадку, эту качелю сожгли, кто-то сжег. Вот сейчас вот повесили новую. А это детский садик. Сюда ходила Каролина с Максом. Вот он детский сад. А там школа. Вот это вот. Крути, крути, а потом быстрее. О. А пить можно? Да. Точно? Да, Лимпия. Окей. Я тут недавно связала новую игрушечку. Выкладывала я ее в Инстаграм. Кто на меня подписан, тот уже видел. Вот такая вот у меня зайка. Туфельки тут есть. Катюшка пышная и повязочка на голову. В этот раз связала ушки длинные. Хотя на этого зайку можно и маленькие ушки, можно и такие вот длинные. Такая вот милая зайка получилась. Тут вот на пуговичке. Сначала я хотела, чтобы платьишко снималось. Потом не получилось. У нее не пролазит ее попка, ее туловище. В общем, в итоге я сделала просто пуговичку, но платье не снимается. Еще к этой зайке идет вот такой грызунок. Ушастик тоже розовенький. Вот получился у меня наборчик. На ужин я буду варить молодую картошку. Вот она уже варится. И пожарю рыбу красную. Очень захотелось мне прям с чесночком, с зеленью. Вот такую вот рыбку я пожарю. Картошечки. Так вот. Так, сливками немножко залью, чтобы она не была такая сухая. Маслечко я туда закинула, чесночок натерла. Теперь посыпаю зелень, она у меня сушеная. Так. Запах обалденный. Картошка готова. Ждем рыбку. Она потушится. Картошка зелень. И закроем. Тише сделаем. Все. В принципе, рыба уже почти готова. Сейчас она потомится. В сливках будем уже ловить. Макс. Макс сам эту футболку рисовал. Ты чем рисовал? Фломастером или чем? Или краской? Комары, ну, ничего страшного. Кусать. Нет, не будет комары кусать. Уйди. Нету здесь комаров. Ты слышно нос чешешь. Давай, ну-ка, с краем туда, на серединку ложись, иначе упадешь опять. Давай. Все, спокойной ночи. Ой, забыла вам включить лампочку. Опа. Так вот накрываем, чтобы ярко не было сильно. Все, все, спокойной ночи. Да. Почешем тебе шейку. Нравится?
Я хочу немножко перекусить клубники. Это все, что у нас осталось сегодня из 2 килограмм. Вот. Завтра еще поедем утром. Возьмем. Перекушу перед сном.